Партия создавалась нашим президентом. Он является ее лидером. Президент назначил меня в настоящее время на должность временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края. Для меня вот эта часть является определяющей. Вся эта цепочка моих рассуждений. Кроме того, региональный политсовет включил в список участников губернаторских праймерис еще 4 человека. Это депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутат ЭКЗС Татьяна Ильюченко и Сергей Серов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров. Это значит, что каждый из участников предварительного голосования должен встретиться как минимум с половиной партийных секретарей «Единой России» в крае. Таких собраний будет 4 – в Благовещенке, Рубцовске, Бийске и Барнауле. Имя кандидата от партии на пост губернатора края озвучат после тайного голосования, которое пройдет на конференции 28 июня. Вот то, что мы проводим цикл предварительного голосования, кандидаты, которые будут представлены, ляжет в основу той большой предвыборной программы, с которой наш основной кандидат, который будет выдвинут на конференции, пойдет уже в избирательный цикл 9 сентября.